Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online. А мы находимся в звании старших национальных директоров. И сегодня мы с вами побываем в кабинете топ-лидера, который уже получает свою объемную скидку, но не открыл еще договор с компанией. И увидим, как же мы видим цены разных стран и так далее. Да? То есть будем смотреть, как списывается объемная скидка. Увидим, как у нас появилась программа Faberlic Club от 5, от 10 бонусов, программу обновляют и так далее, и так далее. Это здорово. Итак, самое первое, что мы делаем, мы заходим в мои заказы у новичка, да, и, ой, извините, мой счет. Не туда зашла. Заходим в раздел «Мой счет» и написано, сколько доступно. «Моя ОС» – это у лидеров свыше 3%, которые сделали не менее 50 баллов. И к оплате. То есть, что получается? У нас тут в разных странах, да, как вы видите, Молдова, Казахстан, Россия, Украина и так далее. Да? И чтобы нам увидеть, сколько же заработал лидер, нам нужно зайти в раздел «Отчеты». Нажать лицевой счет консультанта и нажать посмотреть. И мы с вами видим, да, мы с вами видим, да, консультант 19%, баллов по структуре 2335, и смотрим, сколько же он получает в деньгах, да, то есть все вместе это 16 тысяч рублей. Вот, далее, значит, пойдемте с вами смотреть. Далее, да, если нам захочется посмотреть в выплатах разных стран, то мы, допустим, рубль можем поменять на молдавский лей и посмотреть, сколько же нам в молдавских леях заплачено денег, да, 5000 молдавских лей. То есть, в принципе, это уже нормальная среднестатистическая зарплата, и это, в принципе, на такие деньги люди уже живут и живут хорошо, и эти деньги у нас идут к нам на счет каждые 3 недели. То есть, если у нас 19 каталогов в году, то мы 16 978 рублей можем умножить на 19 каталогов и поделить на 12 месяцев. Вот ежемесячная выплата 19% лидера. И, в принципе, это, я бы вам сказала, круто. Ну, конечно, мы с вами вычитаем 2000 в пенсионный фонд, это обязательно. Вот, и вот чистыми деньгами на руки. Уже можно работать, уже можно зарабатывать. Неплохо уволиться с работы по найму и обратите внимание на дату регистрации. То есть это произошло не так и быстро, но и не так и долго. Человек работает дома, человек работает на дому, в семье, и никуда ему бегать на работу по найму не нужно. Что очень здорово, что очень классно, в любимом кресле за любимой кружечкой кофе. Итак, поехали с вами дальше. Минуточку, не туда нажала, да. Заходим в личный кабинет, и теперь мы знаем, как у нас работают раздел отчеты и так далее, и так далее. Далее, чтобы нам нужно было бы посмотреть, это каталог, и в каталоге у нас с вами есть флеш-каталог. Если мы с вами выбираем флеш-каталог, то мы будем видеть там акции. И вот эти акции, они добавляются по-разному. Вот, допустим, есть акции «Бонус за покупку». И эту акцию нельзя добавлять из каталога. Ее нужно искать только в разделе «Промо-акции». Да, как вы видите, новую коллекцию одежды. Ее мы с вами пролистаем быстренько. Я очень много что заказала из новой коллекции одежды. Если честно, прям даже глаза разбегаются из ассортимента. И вот они пошли акции, да, как мы видим, 2 за 75 и так далее. Вот если мы с вами будем что-то добавлять в корзинку, у нас появились бритвы, но, к сожалению, как обычно, скорее всего, бритв нет в наличии. Угу. Но это новинка, понятно, что не появится не скоро еще. Вот смотрим, да, бонус за покупку. Этот бонус нельзя добавлять в
из каталога, иначе он придет нам дорого. То есть, смотрите, нам обещают любой оттенок губной помады за 169 рублей. Да, если мы возьмем этот оттенок помады из каталога, то он у нас будет 269 рублей. Поэтому вот такие акции, все помеченные бонусом за покупочку, нужно обязательно пролистывать и добавлять в разделе уже промо-акции. Да? Вот. Далее вот еще бонус за покупку, тушь экстрим волюм, экстремальный объем, да, революционный объем. Вот еще один бонус за покупку, также это помада. Бонус за покупку, еще одна помада, да, весна. И вот, допустим, у нас с вами пошли любые две за сколько-то, да, супер цена. Супер цены мы добавляем из каталога, любые две за столько-то мы тоже добавляем из каталога. Допустим, 2 за 95, это тоже все из каталога. То есть у нас с вами 8 таких акций, которые положены нам, да. С вами посмотрим файлик, то их всего лишь 8 или 9 таких вот, да, которые бонусы за покупку, которые нужно добавлять именно в разделе промо. Поэтому будьте осторожны. Этот файлик я обязательно помещу в разделе промо-акций. А также у нас с вами есть подарки в этом каталоге. Это саше шампуня Селен Кейр в подарок за 1 рубль при покупке набора Селен Кейр. Бальзам плюс маска. Также очищающая полоска в подарок при покупке продуктов Ультра Клин, Ультра Клин Грин. Да? Вот, значит, еще один бонусик за покупку, да, поэтому будьте аккуратны, будьте осторожны и акции каталога добавляйте из каталога, акции, бонусы за покупку обязательно добавляйте именно из корзинки, да, уже в промо-акциях. Ну вот, к примеру, наш любимый, самый ходовой на данный момент набор Platinum, дневной крем плюс крем для век, идет со скидкой всего лишь за 1000 рублей. Если мы их с вами добавим сейчас в корзинку, то они у нас будут дорого. И, но когда мы продолжим делать заказ, то у нас с вами получится, что мы... пересчитается, уменьшится баллы и уменьшится сумма заказа. То есть акция срабатывает уже в самой накладной на предпоследнем шаге заказа. Также посмотрим, как это смотрится. Я заказала вот этих вот из серии кислородный решейпинг. Я заказала против провисания кожи век укрепляющую маску пасть для кожи век. На самом деле эта масочка мне очень нравится, я ее заказываю огромными количествами, делаю примерно раз в 3 дня эти масочки, да, и мне не очень-очень нравится. На самом деле она разглаживает мелкие морщины, придает коже тонус, снабжает дополнительной энергией и избавляет от темных кругов под глазами. Конечно же, если я что-то захочу из этого взять, то я это еще сбоку вот тут вот, да, и добавляю. Да, к примеру, давайте возьмем вот этот вот. Да, тоник-активатор серии iStream кислородный решейпинг. Также о нем можно почитать аннотацию, что он делает, и после этого решить, хотите вы или не хотите скидочку. Да. Обратите внимание, 110 рублей – это наша цена. Цена каталога – это 149 рублей. Мы добавляем в заказ 2 штучки, и он у нас показывается по 110 рублей. Да, хотя тут у нас показывается дешевле. То есть, если скидка не срабатывает, это значит, что мы с вами увидим эту скидку в промо-акциях. И это нужно обязательно знать и не волноваться. Пилинг мусс при покупке любой серии «Эксперт» всего за 99 рублей. Эта акция тоже из каталога. Любые два всего за 19. То есть это идут масочки. И они также срабатывают, да, в каталоге. Да. Ну, допустим, давайте вот эту маску посмотрим. Что там у нас с вами? Да, маска для лица. Я думаю, что они идут универсальные. Восстановление и упругость. Да, давайте посмотрим. Ваша цена 21 рубль. Мы видим, что оно дороже.
оно не 19 рублей. И вот как раз на эту же масочку мы с вами и обратим внимание в разделе промо-акции. С вами добрались и до подарочков. Это здорово, это классно. Давайте посмотрим эту акцию. Очищающая полоска в подарок за 1 рубль при покупке любого продукта серии Ultra Clean Green, кроме самой полосочки. То есть мы с вами можем выбрать любой продукт из серии Ultra Clean Green. Я очень уважаю вот этот тоник. Его, кстати, частенько не бывает в наличии, да, поэтому я, конечно же, пользуюсь случаем, пока все есть, я закажу гель-скраб-маску и обязательно закажу этот тоник. Он мне нравится. Особенно летом им пользоваться просто замечательно, потому что он немножечко еще матирует кожу. По идее, это для подростков от... Как бы, как сказать-то, да, эта серия содержит антибактериальный эффект за счет масла маноки, которое в 33 раза эффективнее чайного дерева. А также эта серия содержит салициловую кислоту, которая обладает мощным отшелушивающим и антибактериальным действием. И, конечно же, уникальный кислородный комплекс NovaOptima-2. Поэтому эта серия очень даже хороша и для подросток, и для подростков, и для людей с жирной кожей. Конечно же, мы с вами все добавили, а подарки у нас ждут именно в разделе промо-акции. Можно вот сделать акцент на скрабе для тела плюс геле для душа. Это новая серия «Сокровища Востока», спа-курорты Востока. Очень классная. Мне она очень нравится. И, конечно же, чтобы эта акция сработала, мы также будем добавлять и смотреть уже в разделе промо-акции. Я думаю, принцип нам всем понятен. И пойдем же с вами искать бонусы за покупки. Тут у меня уже заранее было накидано немало продукции, как вы видите. Много продукции попало именно в автозаказ. Это ничего страшного. Эту продукцию можно объединять с заказом, а также ее оплачивать. Баллы пройдут, просто эта продукция придет позже. Да? Вот вы видите, 27 числа будет завоз. Я снимаю видео 25 числа. То есть эта продукция, ну, крайне неделю придет позже. Поэтому я считаю, что все здорово. И я никогда не отказываюсь от автозаказов. Вот, конечно, посмотрев, все ли я хочу, да, как видите, заказала купальничек, немножко одежды, я нажимаю «Продолжить оформление заказа». Обратили, наверное, внимание, было 163 балла, сейчас, конечно же, баллы уменьшатся, потому что пересчитается акция. Да, вот смотрите, стало 149 баллов, да, то есть было 163, стало 149 баллов. Потому что больше половины упало у нас в автозаказ и еще сработали акции. Ну, давайте же поищем наши подарочки. Вот смотрите, укрепляющая маска патч за 50 рублей. Тоник-активатор 73 рубля, тоже здорово, да. Маска за 14 рублей, да, как нам и обещали. Все сработало, все хорошо. Мы с вами добавили 4 штучки из серии Ultra Clean Green, и нам должно упасть 4 полосочки за 1 рубль. Вот, пожалуйста, полосочки упали. И также пересчитался и скраб, и крем-гель для душа. Да, тоже 74 рубля крем-гель для душа. И очищающий скраб для тела Сокровища Востока тоже 221 рубль. То есть у нас с вами все сработало, все здорово, все классно. Далее, если вам не нужны каталоги, вы можете их таким вот образом удалять, если они вам не нужны. Пробежитесь, удалите немножечко. Вот, давайте вот так вот, да. Конечно, если вы все удалили, то вам нужно обязательно применить кнопочку «Применить изменения», нажать, чтобы оно убралось. Далее мы с вами будем смотреть, у нас с вами есть 4 раздела. Это акции каталога, акции консультантов, вспомогательные акции и программы Faberlic Club, товары по старой цене и выбор упаковки. Еще иногда бывают распродажи по срокам годности и так далее. То есть все самое вкусное вот как раз вот в этом вот разделе промо-акции у нас с вами. Итак, акции каталога. Вот эти вот как раз бонусы за покупку.
Если вам что-то из них захотелось, да, то есть вы можете тут заказать. Ну, давайте, к примеру, возьмем аромат оранжерей. Мне очень нравится нероли, потому что он приятно пахнет. То есть вы видите, что всего в списке разрешено к выбору не более 59. То есть бонусы за покупку, они идут кратные, да. То есть, допустим, заказав на 1000 рублей, вы точно 2 туалетных водички сможете взять себе, да, по суперцене. То есть нажимаете «Выбрать» и выбираете то количество товара, которое именно нужно вам. Да? Далее, значит, профилактическая паста серии My Honey, она сладкая медовая. И освежающая зубная паста серии Story D'Amour, она идет такая гелевая, красненькая, привкус малинки идет. Я, если честно, люблю чисто мятные пасты. Эти пасты любит моя дочка, но они у меня пока на самом деле есть. И я даже не знаю, нужны ли они мне. А далее, значит, объемная тушь Skyline. Если вам хочется, вы можете, да, посмотреть. Помните, да, ее в каталоге. Вот сколько штук мне положено. Ну, потому что заказ большой, я взяла много одежды. Если мне нужна данная тушь, я могу набрать такое количество, какое мне положено. Или взять одну, или не брать ничего. Самое главное, знать, что если вы выбрали что-то по бонусу за покупку, нужно обязательно нажать кнопочку «Применить изменения». Иначе они не упадут накладную. Далее, акции каталога, раздел мы с вами посмотрели, теперь смотрим акции консультанта. Как вы видите, тут есть стартовая программа, шаг 8, итог периода номер 6, да, и программа VIP по итогам 6 кампании. Давайте смотрим сначала с вами стартовую программу, и тут у меня идет набор, как даже сказать, набор продукции, да, это люксовая серия Secret Story как раз, да, и давайте выбирать, то есть нам предлагают с вами какую-либо губную помаду взять, одну штучку, да, не более одной, видите, да, и мы с вами можем вот так вот посмотреть примерные оттенки, какие же нам нравятся, да. Вот, также мы с вами можем, если у нас есть любимый оттенок под рукой, то мы с вами можем этот оттеночек набрать артикулом. Если получится, если он тут есть, то он выйдет. Его тут, к сожалению, нету, потому что я неправильно набрала. Да, губная помада с сыворотки «Роскошный поцелуй». И мы ее таким вот образом можем найти. Вот она, видите, да, «Роскошный поцелуй». Вот она, да, мой оттеночек любимый. Также вы можете смотреть таким вот образом, да, эти помады. Смотреть их цвета, какие вам нравятся. Кому-то яркие хочется. А я бы хотела что-то более такое кремовое. И, наверное, вот такой заберу. Так, далее, значит, в списке 6 у нас с вами идет суперобъемная тушь для ресниц «Ваш Оскар». Это просто великолепная тушь. Я ее показывала девчонкам, когда ездила на Украину. Я от нее в восторге. А далее идет тональный крем «Двойной стиль», который подстраивается под цвет кожи. А когда вы нажимаете на одну кнопочку, тут выходит основа под макияж. На вторую кнопочку идет тональный крем. Вот это просто великолепно. То есть два в одном в списке. Так, минуточку. Так, суп. Так, и последнее. Мы с вами можем выбрать любой лак для ногтей, какой нам хочется. Тут есть и песочные, и блеск золота. То есть какой вам захочется оттеночек, такой вы и будете выбирать. Конечно же, я возьму искристый жемчужный. Я очень люблю эти лаки. Нажму «Добавить его» и «Выбрать». Обратите внимание, за стартовую программу тоже даются баллы. Когда я стартовую программу выбрала, если я больше ничего не буду выбирать, я обязательно нажимаю кнопочку «Применить изменения». Но я еще буду выбирать VIP-программу по итогам 6-й кампании. Давайте с вами посмотрим, что там есть. Очень долго грузится, это потому что у меня шикарный выбор, я могу выбрать не более одного на данный момент продукта по стартовой программе. Даже давайте посмотрим, где я смотрю.
Да, вот если мы зайдем в наш личный кабинет, то мы будем видеть, что я поздравляю, я VIP второго уровня, да, мне тут пишут, что я VIP второго уровня, да, что для выполнения уровня 2 вам нужно набрать в заказах 100 баллов, то есть я еще пока эти 100 баллов не оплатила свои, да, и VIP-привилегии, подробные условия. То есть для достижения уровня 3 мне остался один период. То есть тут все расписано, да, и я нажимаю сейчас посмотреть, что за уровень 3, и я могу в легкую видеть третий уровень, что тут будет. То есть помимо привилегий первого уровня, да, вот они у нас привилегии первого уровня, да, самая главная привилегия, это, конечно же, 70% скидка на один продукт от каталога черной цены, 50% скидка на 10 любых пробников, 50% скидка на 10 каталогов следующего периода, участие в распределении контактов, то есть компания под VIP-консультантов отдает людей, которые оставили свои данные на сайте. Далее, уровень второй, это бонус 10% при выполнении 150 баллов и более. То есть это объемная скидка, которая будет падать на наш расчетный счет. И уровень 3 у меня добавляется такая привилегия, как возможность заказывать новинки следующего каталога за 2 недели до начала продаж по красным ценам. То есть мы с вами все можем узнать, в кабинете все очень удобно, и нам остался один период, и мы в следующем периоде уже можем заказывать с этого кабинета, получается, да, из кабинета лидера новинки за один период подряд. То же самое со стартовой программой, да. Восьмой шаг, мы идем, смотрим наше участие в стартовой программе и видим, какой у нас шаг 8, да, обратите внимание. 8, да, шаг 8, и что я могу забирать, да, то есть мы с вами видели, что я забрала губную помаду, тушь, тональный крем и лак для ногтей, да, то есть вот таким вот образом. В следующем каталоге я уже буду забирать вот на выбор вот из этих вот парфюмерных пар себе 4, я бы сказала, подарка, потому что я их буду забирать за 99 рублей. 2 парфюмерные воды и 2 парфюмерных геля для душа. Вот таким вот образом в кабинете, в принципе, все легко и просто. Итак, вернемся же в наши промо-акции и посмотрим, что же нам хочется. Обратите внимание, что мы сейчас в программе VIP по итогам 6-й кампании, и у нас тут несколько списков, так же, как и у стартовой программы. И обратите внимание на этот здоровенный список, что же вы хотите, да? Обычно я брала дочке колготки, но тут, конечно, уже колготки не взять, почему-то их отсюда убрали, может быть, я их не заметила, сейчас будем смотреть. Тут есть и ночные шампуни, и ночные крема, дневные крема, микродембразин, зимний микропилинг серии «Эксперт», да, тут есть много чего, да, вот, и средства для дома, косметика для дома, да, и стиральные порошки есть. Далее, значит, у нас есть много что из продуктов питания, да, вот продуктов питания тоже много что есть, и можно взять что-то очень-очень дорогое, да, вот смотрим с вами на цены, вот это вот цены, да, они кажутся смешными, но в каталоге они будут намного-намного-намного дороже. Смотрите, какой список, то есть мы с вами можем выбрать все, что угодно из этого списка, и нам будет недорого. Колготки, кстати, есть, да, как вы видите, размер M, L, какие хочется, можно выбирать. Далее, значит, идут дорогие туалетные парфюмерные воды, да, и вот я смотрю, концентрат против выпадения волос очень дешевый, но он у меня пока не закончился, поэтому я еще что-нибудь поищу. Если вам что-то удалось найти, выбрать, то вы идете в самый-самый верх и заходите во вторую вкладку. Тут вы можете взять 10 каталогов 8-го периода.
да, если вам захочется, пожалуйста, можете их взять. Также пробники, 10 пробников туалетной воды, далее 10 пробников, да, вот смотрите, тут вот написано, да, косметики для дома, далее 10 пробников помады, то есть выбор, как вы видите, крутить мышкой, не перекрутить. Можете выбирать, какой вам хочется. Также саше пробников по уходовой косметике. Да, вот, допустим, есть восстанавливающие ночные кремы, крем-гель утро, увлажнение Аквасмарт и так далее. И далее есть, конечно, саше шампуник. Когда вы все это выбираете, вы нажимаете, то есть вы можете убрать. Да, если вам что-то не нужно, если вам нужно что-то из этого одно, нажимаете «Выбрать». Ну, вот, в принципе, и все, что мне вам хотелось показать. А сейчас мы с вами посмотрим, как срабатывает скидка от цены консультанта. Забыла показать вам Faberlic Club. У нас в кабинете 975 бонусов, потому что мы их копим. Да? Бонусы можно копить, можно тратить сразу. И нам две, как вы видите, вещи доступны. Faberlic наборы или просто списки товаров. Да? Давайте посмотрим наборы. Какие они у нас бывают, да, то есть набор это бан, халат банный и набор из трех полотенец. Я его недавно взяла себе со своего регистрационного номера, я очень довольна этому всему, тем более он стал дешевле, он был 2250. И можем посмотреть с вами Faberlic Club, списки товаров. Смотрите, вы можете выбирать столько, сколько вам нужно подарков, начиная от 5 бонусов. Да, обратите внимание, от 5 бонусов это значит, какие-то масочки можно выбрать, можно выбрать за 10 бонусов, да, выбор за 15 бонусов, выбор, да, огромный, за 20 бонусов и так далее. То есть вы можете выбрать себе какое-нибудь колье, посмотреть, как оно выглядит, красиво или нет, да, какое-то украшение, какое-то, может быть, колечко, да, что вам хочется, да, это уже Флоранж к нам тут присоединился, да, и сейчас мы можем выбирать даже такие вот красивые драгоценности за 0 рублей. Если вы что-то выбрали, нужно нажать «Выбрать». И после этого обязательно нажать кнопку «Применить изменения». Ну и давайте смотреть. Давайте посмотрим нашу накладную. Смотрим, смотрим. Вот она у нас с вами начинается. Да, то есть мы выбрали с вами бонус за покупку водичку 296 рублей, да, то есть на бонусы за покупку тоже есть скидка. Мы выбрали с вами тушь для ресниц, всего 100 рублей, тушь великолепная, конечно. Мы выбрали с вами один каталог, так, количество 5 штучек, а это я оставила, 8 каталог. Угу. Компания номер 8. Также мы с вами выбрали лак для ногтей. Это стартовая программа, 8 шаг. Тональный крем нам вложился. Супер объемная тушь нам вложилась. Да, смотрите на эти смешные цены. И, конечно, губная помада с сывороткой «Роскошный поцелуй». Очень люблю эту помаду. Далее, значит, DT-спрей вход, это 70% скидка. Я очень люблю этот спрей, потому что я часто пользуюсь плойкой. Этот спрей защищает при нагреве до 200-200 градусов от плойки, да, то есть это термозащита. Далее, значит, один каталог мне вложили, каталог обязательно вкладывают. 4 полоски нам подарили, и дальше мы с вами все знаем. Если нас все устраивает, если у нас все хорошо, то мы с вами нажимаем «Продолжить оформление заказа». Если нам что-то хочется удалить, да, из этого заказа, то мы с вами нажимаем «Вернуться к выбору товаров».
К примеру, мы с вами возвращаемся к выбору товаров, и если нам что-то не хочется, мы с вами берем это, удаляем и нажимаем «Удалить». Удалили и нажимаем «Продолжить оформление заказа». Также проходим все шаги и опять-таки попадаем в раздел «Промо-акции». Но так как мы уже все выбрали, то мы просто нажимаем «Продолжить». «Продолжить». Нам сейчас скажут, что у нас не потрачены бонусы по программе Faberlic Club, но я нажимаю «Продолжить оформление заказа», потому что я коплю. Итак, сейчас мы с вами можем уже утвердить заказ, но давайте с вами посмотрим кое-что напоследок. Значит, смотрите, что у нас получается. Я набрала по цене каталога 23 тысячи, мне сделали скидку, осталось 18 тысяч, да, это 147 баллов, это, да, очень большой заказ, и скидка у меня списана 12 138 рублей, то есть, смотрите, 65% у меня списалось от этой суммы, и когда я нажимаю «Утвердить заказ», да, нажимаю «Утвердить», то... у меня остается совсем немножко к оплате. Не немножко, а именно 35%. Да? Итого по заказу 9125 рублей и сумма к оплате 3342 рубля. Почему 3342 рубля? Это не списалось ОС, да, за заказ. Это половина продукции ушла в корзину автозаказа. Да, то есть вот 9 тысяч осталось к оплате. Если мы с вами зайдем в личный кабинет, то у нас там с вами внизу есть корзина автозаказа. И в этой корзиночке автозаказа мы с вами смотрим, что же там такое лежит. И если я захочу все объединить в заказ, да, то есть количество у меня тут 63 балла, да, если я захочу все объединить в заказ, то он придет уже не в эту субботу, да, как у нас на агентский пункт товар привозят, а уже придет в следующую субботу. Но я могу объединить в заказ и оплатить все одной суммой. Просто эта продукция придет позже. Вот. Смотрим, значит, мои заказы. Давайте с вами покажу вам это на примере. Смотрим мои заказы и смотрим, сколько у нас, да, то есть вот тут к оплате, а остальное, за остальное, да, за автозаказ оплату не требуют. Вот, вот как понятно, да, чтобы было. А если я объединю в заказ, то предоплату уже попросят. Да, то есть давайте я объединяю. Заказ успешно создан. Закрыть окно. Вот, и сейчас посмотрим раздел «Мой счет». У меня к оплате вот получилась вот эта вот сумма. Почему это? Потому что мы с вами объединили заказы. И моя ОС, как вы видите, тоже убавилась, списалась. Если я буду делать еще какой-то заказ, эти 3000 я могу вывести товаром. Да? Вот, смотрите, все объединилось, и меня просят этот заказ оплатить. Вот, в принципе, и все. Что я вам хотела показать. С вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео, дорогие коллеги. Надеюсь, это видео было вам полезным. Забирайте свои подарки правильно, забирайте стартовые правильно, будьте VIP-консультантами, это выгодно. Мне очень нравится быть VIP-консультантом, мне очень нравится пользоваться всеми привилегиями от компаниями, потому что в магазине таких скидок, к сожалению, нет. Всем пока-пока.